Доброго времени суток, дорогие друзья! Продолжается самый крупный в истории киберспорта турнир под названием The International 6. И сегодня в Белвью стартовал групповой этап. 16 лучших команд мира начали борьбу за звание чемпиона и солидный призовой фонд в размере практически 20 миллионов долларов. Сегодня было сыграно 40 матчей, а так как формат группового этапа не изменился в сравнении с прошлым годом, то по факту мы стали свидетелями 20 серий BO2 матчей. Начинали команды из группы А. Они сыграли сразу 3 раунда матчей, а уже после обеда их сменили коллективы из группы Б, которые играли 2 игровых тура. Давайте начнем с утренних пташек, то есть с группы А. После первого дня здесь оформился триумвират лидеров. Действующие чемпионы International Evil Geniuses, действующие чемпионы мажора OG, а также китайские парни из LGD Gaming закончили день со статистикой 4-2. При этом OG сыграли и против EG, и против LGD. В общем, показав просто невероятный уровень игры. Я уверен, что все, кому еще предстоит сыграть против Miracle и его тиммейтов, сейчас не особо рады этой перспективе. За четвертое место в группе А на данный момент соревнуются также 3 команды. Это довольно ожидаемые на этом месте Wings и Alliance и невероятные филиппинцы из TNC Gaming. А вот Демон и его команду с статой 3-3 после первого дня на четвертой позиции мало кто ожидал увидеть. Но TNC доказывают, что они заслуживают уважения. Закрывают турнирную таблицу Na'Vi и Escape, которые выиграли 2 и 1 карту соответственно. При этом друг с другом они сыграли в ничью. Завтрашний день для этих коллективов станет решающим. В группе B ситуация в принципе мало чем отличается. Несмотря на то, что матчей было сыграно немного меньше, правда в лидерах 4 команды — Secret, Digital House, Yubi и Yhome. Но абсолютно у всех лидеров матч между собой еще впереди. Нас, конечно же, порадовали Digital House, которые стартовали невероятной игрой против корейцев и продолжили свой день победой над Фнатиками. Рекомендуем пересмотреть вводы этих игр на нашем YouTube-канале. Не особо отстают от лидеров MVP и Liquid, у которых 2-2 и абсолютно все еще впереди. Замыкают же турнирную таблицу единственные две команды, у которых нет побед в первый день группового этапа — Fnatic и играющие замены Vici Gaming Reborn. Завтра в группе Б будут сыграны 3 тура, а в группе А всего 2. Начало эфира, как всегда, в 19 по Москве или Киеву, и мы вам очень рекомендуем его не пропускать, потому что уже в первом матче дня нас ждет Эль Классико, Na'Vi Alliance.